Доброго дня всем зрителям своего ТВ. Эфир нашего телеканала продолжает программа «Полдень». Сегодня понедельник, 17 июня. И сегодня праздник у всех любителей мототранспорта, а именно Всемирный день мотоциклиста. Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался Ride to Work Day, что можно перевести с английского языка как «на работу на мотоцикле». И лишь позже постепенно этот день превратился в день мотоциклиста. Еще больше интересного в сегодняшнем полдне, и вот что именно мы для вас приготовили. В крае полным ходом проходит обновление парка коммунальной техники. Об этом подробнее поговорим с гостем в студии. В Германии продолжается чемпионат Европы по мотоболу. Подробнее об успехах сборной России расскажет непосредственно с места событий мой коллега Сергей Надеин. В краевом центре прошло открытие первенства Ставропольского училища Олимпийского резерва по боксу. Подробности у наших гостей. Все это и многое другое в сегодняшнем полдне. Давайте начинать. На Ставрополье продолжается обновление парка коммунальной техники. Новые спецмашины закупили в Михайловске, Невинномысске, Арсгирском и Грачевском районах, Благодарнинском и Георгиевском городских округах. Средства на покупку коммунальной техники в качестве субсидий муниципалитетам были выделены из краевого бюджета. Подробнее об обновлении парка мы поговорим с нашим гостем. Это Евгений Маслов, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. Добрый день вам. Добрый день. Расскажите, во-первых, техника будет продолжать закупаться, правильно я понимаю, и будет закупаться для районов и городских округов или все-таки для конкретных населенных пунктов? Определяются населенные пункты, куда будет закупаться техника? Для начала хотелось бы отметить, что в 2018 году впервые за 8 лет по инициативе правительства Ставропольского края были предоставлены субсидии муниципальным образованиям на приобретение коммунальной техники. Угу. В этом году также будет закуплена коммунальная техника, средства предусмотрены на эти цели, порядка 100 миллионов рублей. Министерство в заявительном порядке принимает заявки от органов местного самоуправления, рассматривает, и, конечно же, мы преимущество отдаем коммунальной технике, ну, так как на сегодняшний день можно сказать, что часть коммунальной техники уже и морально устарела, и технически устарела, а требования к уборке наших городов, санитарной очистки, они ежедневно даже растут. Поэтому приоритет, конечно же, коммунальной техники. Угу. Тем не менее, я правильно понимаю, что закупаться будут для городских округов и районов, а те уже, в свою очередь, будут распределять по населенным пунктам? Ну, мы уже будем, конечно, понимать, в какой населенный пункт уйдет техника. Конечно, закупать будет район, ну, с пониманием для кого. В какие районы и городские округа уже закуплена техника? Вот помимо того, что я назвал, можно ли еще назвать? В прошлом году 8 муниципальных образований получили коммунальную технику. В этом году планируется 12 муниципальным образованиям предоставить технику. Ну, например, Ставрополь, Ипатово и другие населенные пункты уже готовят заявки. Скоро будет приобретена коммунальная техника. Какая техника в первую очередь необходима в районах и городах края? И как определять, какую куда покупать? Да? Потому что у нас климат все равно немного разный в разных частях края, да? Соответственно, и погодные условия разные. Ну, конечно, мы оцениваем состояние развития того или иного муниципального образования. Допустим, это либо увеличилось количество дорожного полотна, например, город Ставрополь, мы видим, что проспект Российский, продолжение проспекта Российского с выходом на Даватовцев, это огромная работа и трудоемкая, в том числе и в летнее содержание, имею в виду, и в летний период, и в зимний, ну, то есть это немаловажный фактор, допустим, зона Кавказских минеральных вод, есть план мероприятий по увеличению привлекательности данной зоны, ну, то есть мы тоже понимаем, что
что привлекательность, она основывается и в том числе и на санитарном состоянии данной территории. Поэтому от необходимости мы, конечно же, и рассматриваем. Угу. Ну, а все-таки на погодные условия вот от этого как-то зависит, потому что у нас восточные районы более засушливые, ну, да, там зима, например, не такая снежная, и снегоуборочная техника туда, конечно, может быть в таких объемах. Нефтекумск, допустим, Буденновские районы, ну, восточные, как вы правильно отметили, конечно же, снегоуборочные техники в меньшей степени требуются, больше подметальная, погрузочные, самосвалы и так далее. Если мы говорим о Ставрополе, то это, ну, в том числе, конечно же, и подметальная техника, ну и снегоуборочная в том числе. А техника, которая закупается, она отечественная или зарубежная? Вы знаете, законодательством предусмотрено и иностранное приобретение иностранной техники. Ну, это жестко регламентировано 656-м постановлением правительства Российской Федерации. То есть это жесткие требования, которые обходить ни в коем случае нельзя. Но приоритет, конечно же, и в том числе и коммунальной техники, произведенной в нашей стране. Но это тоже, я так понимаю, да, в зависимости, наверное, от того, что будет эта техника делать, конечно, да, от работы. Конечно. Если мы говорим о комбинированных машинах, ну, в основном это на базе шасси КамАЗа. Ну, угу. Это наша отечественная техника, поэтому приоритет, угу, конечно, здесь ей. Хватает ли вообще средств на то, чтобы покрыть вот все потребности районов и округов вот за один раз? За один раз, конечно же, мы эту работу не проведем. Но опять хочу отметить, 2018 год, 2019 год, сейчас идет формирование бюджета на 2020 год. То же самое предложения будут в правительство предложены. Посмотрим, как отреагируют, но я думаю, будет динамика положительная, и мы сможем в ближайшее время какой-то план мероприятий подготовить для того, чтобы в ближайшем времени оснастить всю территорию края новой коммунальной техникой. Угу. А может быть такое, что вот, допустим, покупается техника на район или на округ, да, и, скажем так, для конкретного населенного пункта. Но вот, допустим, соседнему населенному пункту на раз может такая же техника тоже понадобиться. Как-то могут они попросить, я не знаю, или вот... Ну, это, конечно же, уже внутренние договоренности. Но, конечно же, на баланс техника ставится туда, куда предоставлялась субсидия, а дальше уже по договору возмездного пользования и так далее. Ну, конечно, это может рассматриваться. Это же хозяйственная деятельность предприятий. Как правило, муниципалитет передает ведение муниципальному предприятию, либо другому предприятию. Ну, скорее всего, это муниципальное предприятие. И дальше уже они взаимодействуют. Ну, конечно же, может быть такая ситуация. Если позволяет и расстояние, и время, и объем работ. Техника покупается, ну, в любом случае, я думаю, не на один год. Если какие-то сроки эксплуатации, когда вот в следующий раз нам придется обновлять, чтобы мы уже понимали? Ну, на самом деле, как и другого любого механизма, есть свои сроки эксплуатации, есть правила содержания этого имущества. Ну, мы понимаем, если надлежащим образом содержать технику, то она и прослужит достаточно долго. Но, тем не менее, при производстве проведения закупочных процедур коммунальной техники предусматриваются и гарантийные сроки, и заводом-изготовителем, конечно же, предусматриваются гарантийные сроки эксплуатации. Ну, мониторится ситуация, и под это стараемся подстроиться. Ну, то есть в ближайшие несколько лет, да, ну, проблем возникнуть, ну, не должно. Техника у нас эксплуатируется и по 10 лет, и в некоторых случаях даже больше. Но, думаю, новая техника в автопарке того или иного муниципального образования, она никогда не помешает. И, конечно же, он улучшит состояние территории. А приходится тех, кто эксплуатирует эту технику, как-то обучать дополнительно? Или вот, ну, конечно. Есть, по примеру города Ставрополя, приобретена уборочная техника и в предыдущем году, и в этом году. Ну, она уже достаточно современная, уже все на джойстиках, достаточно современная, с кнопочками. То есть процесс практически полностью автоматизированный. Ну и, конечно же, дополнительное обучение персонала требуется. Ну и, соответственно, они, конечно, проходят. Конечно, конечно.
Спасибо вам большое, Евгений Александрович, что нашли время к нам прийти, рассказали о новой технике. Будем надеяться, что действительно наш парк будет только пополняться хорошей, качественной техникой. Спасибо большое. Приходите еще. Ну что же, а мы продолжаем нашу программу. На российско-казахской границе в Оренбургской области таможенники конфисковали 4100 среднеазиатских черепах. Их пытались провести в страну под видом капусты. Стоимость контрабанды составила 5 миллионов рублей. Конфискованные черепахи в естественной среде находятся под угрозой исчезновения. Ну а с криминальными новостями нашего региона вас познакомят мои коллеги из краевого главка МВД. Добрый день! За прошедшие выходные полиция региона зарегистрировала более 2200 сообщений о преступлениях и происшествиях. Раскрыто 36 краж, 11 наркопреступлений, а также 14 мошенничеств, совершенных на территории края. Кроме этого, полицейским задержано 5 человек, находившихся в федеральном розыске. На дорогах региона произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли, 23 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 4 несовершеннолетних. Полиция Ставрополя расследует дело о незаконном приобретении и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов. Сотрудники госавтоинспекции Левокумского района остановили автомобиль под управлением 63-летнего жителя предгорного района. В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили рыбу, предположительно осетровых видов. В полиции мужчина пояснил, что приобрел ее на берегу канала в Астраханской области у неизвестных лиц для личного потребления. Согласно заключению судебной ихтиологической экспертизы, перевозимая рыба в количестве 159 штук относится к осетровым видам, выловлена из естественной среды обитания браконьерским способом, а именно сетями и колющими орудиями лова. Данная рыба относится к охраняемым международными договорами Российской Федерации и занесена в Красную книгу Российской Федерации. Дознавателем отдела полиции Левокумского района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких водных биологических ресурсов». Сотрудниками Грачевской госавтоинспекции задержан водитель в состоянии опьянения. В темное время суток при патрулировании автодороги в селе Сергиевском Грачевского района сотрудниками отделения ГИБДД районного отдела полиции остановлено транспортное средство под управлением 34-летнего местного жителя. В ходе общения с автолюбителем сотрудники госавтоинспекции почувствовали исходящий от него запах алкоголя и предложили водителю пройти освидетельствование на месте. Процедура с применением технического средства измерения алкотектор показала выдыхаемому мужчиной в воздухе содержание более 1 промилле алкоголя. В отношении мужчины составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. В настоящее время материалы дела направлены в Грачевский мировой суд для принятия решения по существу. Уважаемые жители и гости Ставропольского края, если вы стали очевидцем преступления, либо сами пострадали от противоправных действий, сообщите об этом в отдел внутренних дел или по телефонам 02 и 102 с мобильного телефона. Соблюдайте законы и берегите себя. На этом у меня все. Передаю слово в студию программы «Полдень». Спасибо, коллеги. Мы продолжаем. В Германии продолжается чемпионат Европы по мотоболу. Напомню, в составе нашей сборной России сразу 4 игроков ипатовского колоса. Это Сергей Крошка, Алексей Молодушка, Николай Аблаб и Семен Халин. В первой встрече чемпионата встретились финалисты прошлого первенства Европы, сборной России и Франции. Как закончился первый матч и что ждет наших мотоболистов дальше, об этом поговорим с Сергеем Надейным. Он находится сейчас в Германии, непосредственно в расположении сборной России. Сергей, привет, слышишь ли ты нас? Да, конечно, слышу. Привет, Антон. Здравствуйте, уважаемые зрители. Расскажи, пожалуйста, я, насколько знаю, одержала наша команда уверенную победу над французами 5-0. Так ли это и как прошел матч в целом? Нет, не так. 5-0 – это закончилась игра между сборными командами Германии и Беларуси. Вот немцы очень уверенно разобрались с белорусами, а сборная команда России играла с Францией, и эта игра оказалась очень даже непростой. Первыми 2 гола забили россияне. Иван Криштоф это сделал, и игрок ипатовского колоса, капитан ипатовского колоса Сергей Крошка. Потом французы счет сравняли в течение нескольких минут во втором периоде. И потом, благодаря еще одному голу Криштофа, того самого, удалось выиграть. То есть 3-2, да, итоговый счет. Очень непростой была игра. Но наши победили в итоге. Наши победили, да, выиграли со счетом 3-2. Кроме
предвосхищая, наверное, вопросы какие-то. Кроме Сергея Крошки еще выходил Семен Халин, еще один игрок «Колоса». Неплохо отыграл свой момент, там был мотоциклом были проблемы у Ивана Криштофа, и он вышел на 3 минуты, причем очень здорово. У него 3 таких результативных действия, там и переход центра поля с Сергеем Крошкой. Видно, что у них наигранная комбинация у ипатовцев. В атаке хороший пас отдал, потом в защите отработал и тут же сменили. Ну, тренерский штаб играет такой наигранной первой пятеркой, если вратаря считать. И, ну, будем надеяться, что в ближайших играх все ипатовцы о себе заявят. О ближайших играх, когда следующая ближайшая игра сборной России, кто соперник и какие перспективы в этом матче? Ну, смотри, сегодня вступают в борьбу еще юниоры. Вот, есть еще первенство среди юниоров, и первая игра в 15:00 по местному времени, это в 16:00 по Москве. Будут играть юниоры против хозяев, против Германии. Вот это будет интересная очень игра. Юниоры тоже чемпионы Европы действующие. А наша сборная вечером сыграет с Голландией. Голландия, это там даже чемпионата нету. Это сборная Голландии играет в чемпионате Германии для того, чтобы была какая-то практика. Вот. И сборная играет с клубами немецкими. И вот там команда, конечно, по силам. Нашим, мягко говоря, так что думаю, должен быть крупный счет в этой игре. Сначала я думал, что дадут поиграть молодежи, и те же ипатовцы тоже заиграют, и Коля Облап, Алексей Молодушка в ворота станет. Но судя по тому, как складывалась вчерашняя игра, не просто, как бы сегодня тренер основой не играл для того, чтобы они наиграться могли. А вот что касается юниорского чемпионата, он проходит просто параллельно, я правильно понимаю? Да, и третий год он проходит. Он во Франции проходил, но там был вне зачета, просто юниоров привезли. В прошлом году в Коврове уже было официальное первенство юниорское, и получается первое первенство выиграла сборная команды России, и здесь параллельно проходит. Команды немного отличаются, то есть в юниорском первенстве есть, допустим, сборная команда Литвы, которой нету во взрослом первенстве. Ну, то есть параллельно просто первые игры, две игры юниоры, потом две игры взрослые. Учитывая, что французы уже обыграны, я правильно понимаю, что основными, скажем так, конкурентами у нас теперь будут немцы? Да, это традиционно так. Немцы, кстати, очень сильные. Я вчера смотрел на них и восхищался, как они играли, комментировал эту игру против белорусов. И восхищался. Очень быстрая сборная. И я даже, если честно, рад, что в первом туре не сошлись наши с немцами, потому что они сильные, а нам нужно еще наиграть какие-то связки. И надеюсь, в последней игре, это последняя игра группового этапа, в четверг вечером в 20:00 по местному времени, в 21 по Москве, будут играть с немцами. Вот это будет интересная заруба, от которой наверняка решится, кто займет первое место в группе и как там дальше в плей-офф пойдут дела, полуфиналы и финалы. Сереж, знаю, что немножко от гандбола отвлечемся напоследок. Знаю, что тебе удалось погулять немножко удалось тебе в Германии. Где был? Расскажи в нескольких словах, что видел, что успел посмотреть. Как будто на родине побывал, в городе Баден-Баден. На родине, в смысле, в хуторе Садовом? Нет, похож на это Кисловодск, но на максималках, знаешь, примерно такой же рельеф, речка посреди вот этой туристической зоны течет. Естественно, архитектура все это отличается, но в целом вот такое ощущение, что в Кисловодске. Нарзан не наливают? Нарзан не наливают? Я не нашел. Нарзанной галереи не нашел. Так почти Кисловодск. Почти Кисловодск, да. Рекомендую. Сереж, спасибо большое. Будем ждать от тебя новых, я надеюсь, хороших новостей из Германии, где, еще раз напомню, в эти дни проходит чемпионат Европы по мотоболу. И в составе сборной России сразу 4 представителей ипатовского «Колоса».
Ну а в Москве в спорткомплексе ЦСКА состоялся турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. Как сообщает одно из изданий, на его проведение властями было выделено из бюджета 37,5 миллионов рублей. Соответствующая информация есть на сайте госзакупок. Там же указано, что в роли ведущих мероприятия должны были стать Мария Командная и Евгений Савин. Однако ни Мария, ни Евгений на турнире не появились. Зрителей в спорткомплексе ЦСКА собралось около 15 человек. Изначально призовой фонд турнира составлял 1 000 000 рублей, но за несколько дней до старта соревнований организаторы сообщили, что призовой фонд составит всего 160 тысяч рублей. Победитель получит 80 тысяч, спортсмены, занявшие второе и третье место, 56 и 24 тысячи соответственно. Кроме того, у турнира не было практически никакой рекламы. Узнать о его проведении было очень даже тяжело. Чтобы участники этого турнира не расстраивались, предлагаю им посмотреть нашу следующую рубрику, а им размять пальцы очень даже пригодится. Всем привет! Это передача «Палец вверх». В институте мы проходили математические матрицы. Я все думал, как мне это может пригодиться. В то время, кстати, я уже активно занимался развитием ловкости рук. И мне пришла в голову идея совместить матрицы с упражнениями для рук. И что из этого вышло, об этом я вам сегодня расскажу. Всегда перед упражнениями разминаем руки. Потрите ладошки друг от друга. Сожмите руки в кулаки, напрягите, расслабьте. Сделайте так несколько раз. А еще сегодня мы разомнемся упражнением «Змейка». Для этого соприкасаемся кончиками пальцев большого и указательного. Далее, не отрывая кончик большого пальца, двигаемся по всей длине указательного, к его основанию. Далее заворачиваем к основанию среднего пальца, движемся к его кончику. Спускаемся. Далее заворачиваем к безымянному пальцу, движемся к его кончику. Спускаемся. И к мизинцу. Движемся к кончику, спускаемся. Давайте выполним это упражнение на двух руках синхронно. И в обратную сторону. Прекрасно. Идем дальше. Итак, упражнение, с которым я хотел вас сегодня познакомить, я назвал «Фалангическая матрица». Я взял матрицу 4×4 и совместил ее с четырьмя пальцами. Указательным, средним, безымянным, мизинцем, а также с четырьмя частями пальцев. Первыми фалангами, вторыми, третьими и основанием пальцев. И тем самым можем назвать все части матрицы 4×4. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 и так далее, где первая цифра означает номер пальца. Первый палец, второй, третий, четвертый, а вторая цифра после точки означает часть. Первая фаланга, вторая, третья, четвертая. И тем самым мы соприкасаемся в этом упражнении кончиком большого пальца со всеми частями этой матрицы. Первая комбинация будет выглядеть таким образом. 1,1, 2,1, 3,1, 4,1. Далее спускаемся вниз на вторую фалангу. 4,2, 3,2, 2,2, 1,2. Спускаемся еще ниже. 1,3, 2,3, 3,3, 4,3. Еще ниже, к основаниям. 4,4, 3,4, 2,4, 1,4. Давайте выполним эту комбинацию на двух руках одновременно. Спускаемся еще ниже и в обратную сторону. Thank you.
Отлично. Перейдем к следующей комбинации. Теперь она у нас будет не горизонтальная, а вертикальная. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-3, 2-2, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-3, 4-2, 4-1. Давайте выполним на двух руках одновременно, синхронно. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-3, 2-2, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-3, 4-2, 4-1 и в обратную сторону. Отлично. Переходим к третьей комбинации. Она у нас будет уже иметь вид диагональный. И выглядит таким образом. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Далее. 4-1, 3-2, 2-3, 1-4. И гоняем по кругу. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. 4-1, 3-2, 2-3, 1-4. На двух руках одновременно синхронно. Прекрасно. Не спешите выполнять это упражнение быстро. Скорость придет со временем. Выполняйте четко, чтобы ваш мозг и руки понимали, что все-таки вы от них хотите. Берегите руки и помните, они ваш самый главный инструмент. Пока! Следующие наши гости наверняка берегут свои руки. Объясню, кто это такие. Во дворце спорта «Спартак» города Ставрополя с 7 по 9 июня прошло открытое первенство Ставропольского училища Олимпийского резерва по боксу. В нем приняли участие около 100 спортсменов. Это соревнование является отборочным этапом для поступающих в училище Олимпийского резерва на отделение бокса. Сегодня у нас в гостях герои прошедших соревнований. Это Григорий Лалаян, Денис Шалькони, Никита Шумилов и тренер Евгений Котов. Добрый день вам. Добрый день. Давайте начнем с того, что расскажем, что это были за соревнования, почему они отборочные в училище Олимпийского резерва. Эти соревнования были впервые проведены руководством училища, дано добро для того, чтобы прошла какая-то селекционная работа, чтобы мы просмотрели кандидатов, поступающих в это училище, и также уровень подготовки спортсменов, которые обучаются на отделении бокса. Соревнования прошли очень успешно, руководство были все организационным моментом, все в хорошем смысле это провели, поэтому... И качество спортсменов мы увидели, что действительно на высоком уровне. Спортсмены были не только ставропольские, да, насколько я понимаю? Были приглашены с ближайших Селесты, приехали спортсмены с ближайших республик, с Грозного, с Ингушетии приехали. Угу. Так что форум получился очень такой. Краснодарский край приехал, они часто приезжают. У нас очень хорошие контакты с Краснодарским краем.
знаем. И на хорошем, высоком уровне прошли эти соревнования. Спортсмены показали хорошую физическую подготовку. И самое главное, стремление к победе, что очень важно. Наших. А для вас, как для тренера, были ли вот прям звездочки, скажем так, да, вот, которые прям ну вот на глаз видно, что есть данные у человека? Да. Или наоборот, да, те, кто разочаровал, на кого, может быть, рассчитывали как-то, а он никак себя не проявил? Ну, очень интересный боксер Сминвод показался нам. Это Максим Попов. Такой очень своеобразный, хороший. Он будет кандидат поступать, если сдаст, конечно, еще по общей физической подготовке. У нас хорошие такие экзамены. Поэтому, если он сдаст экзамен по общей физической подготовке, значит, он будет зачислен к нам. Но так по соревнованиям, именно по итогам соревнований, очень качественный бокс, очень качественный бокс показал. Так что будем надеяться, что он будет студентом нашим. Ребят, с вами теперь немножко пообщаемся. Я так понимаю, на лице следы прошедшего соревнования, да? Это мы в Грозный ездили на матч-встречу с Казахстаном у нас была. Так. Там выступали. Вот Григорий выиграл, я второе место занял. А здесь, на этих соревнованиях, мы оба выиграли. Считали нужным то, что надо выиграть, потому что, ну, чтобы показать тренерам, всем, то, что не зря мы обучаемся в училище Олимпийского резерва. Из-за этого, уже обучаетесь, да, правильно? Мы третий год уже обучаемся. А для вас вот, ну, правильный такой экзамен, скажем так, да? Ну, потому что для вас это, наверное, больше даже не соревнование, а действительно способ, да, показать, проявить, да, себя. Ну, я же говорю то, что это обязательно надо было, эти соревнования в игре, потому что показать тренерам, что мы не зря обучаемся. Это соревнования училища Олимпийского резерва было, и получается, кто на следующий год будет поступать, они, мы должны показать, что мы не хуже них, а то и лучше, потому что мы учимся в училище. Кто были ваши соперники? У меня соперник был с Пятигорска. Один всего? Да. Сразу финал или как? Ну, как так? Он боксировал, чтобы я сразу в финал попал, а он боксировал в полуфинале с другим соперником, со Ставрополя. Они между собой побоксировали, Пятигорский выиграл, я с ним боксировал. Почему ты сразу был в финале? Потому что уже учишься на... Жеребьевка так прошла. А, вот так, понял. Так, Григорий, с кем дрались вы? Со Ставропольским и... Повыше микрофончик, если можно. Со Ставрополя и с училища, с нашего. То есть с кем-то из своих однокурсников, да? И как успехи? Первое место, да? Два боя, две победы. С кем было сложнее? Со вторым. Училище. С училища. Почему? Потому что тоже опытный парень, да? Тоже опытный, да, занимается с нами. Уже знаем, как друг кто боксирует. А долго вообще вот занимаетесь боксом? 7 лет почти. 7 лет. Да. Это первые награды или уже есть что-то посерьезней? Есть. Что за награды есть, расскажите? Ну, в 15-м году победителем СКФО стал. В 16-м финалистом Российского студенческого союза. Вот на России были. Так, и еще у нас один участник соревнований. Никита. Никита, да, рассказывай, как, с кем ты боролся, дрался? Я провел 3 боя, 3 выиграл. Первый бой для меня был самый такой сложный. В первом бою я попался с боксером из Калмыкии, во втором бою с боксером из Михайловска и в третьем из села Пелагиада. А ты только собираешься поступать или уже учишься? Нет, я уже обучаюсь 2-й год. Уже учишься. Кто был из них сложнее? Самый первый. Самый первый. Почему? Боксер из Калмыкии, да. Ну, он был самый сильный, самый быстрый. За счет чего тебе удалось победить, как считаешь? Характера. За счет характера. Сколько раундов? 3. 3 раунда. Победил по очкам или... По очкам. По очкам. А бывают вообще вот в таком возрасте нокауты? Вот Григорий первый бой нокаутом выиграл. Да что ж, Григорий сам стесняется почему-то, да, про себя рассказывать. А в каком раунде, Гриш? Первом. В первом же раунде и нокаутом. Да. Как так получилось, расскажи. Ну, помнишь? Поплыл. Показал финт. А попал, ну, в голову, в челюсть, в челюсть куда? Попал. В челюсть попал. Да. Это из Ставрополя, да, участник? Да. Человек, который только собирался поступать, да? Не знаю.
Не отобьет вот это все у некоторых желания? Может быть, он, ну, просто не хватает ему, вот скажем так, руки педагога для того, чтобы где-то подтянуть технику, где-то подтянуть какую-то стратегию, теорию? Там, где есть конкуренция, там есть успех. Это закон жизни. Везде это должна быть конкуренция, здоровая, крепкая, сильная. Если мальчик сделает правильные выводы, будет больше уделить внимание тренировкам, следующий год мы его ждем для поступления. Ну, то есть те, кто сейчас вот на этих соревнованиях... Принял участие, все у нас карточки, все под нашим наблюдением, будем смотреть, как за ростом их спортивного мастерства. Кто-то прибавляет, это живой организм, спортсмены. Кто-то с ростом своего, с возрастом начинает какие-то показатели ухудшаться, какие-то улучшаться. И это живой организм, и все мы меняем, и поэтому... Но те, кто вот на соревнованиях проиграл свои поединки, у них есть шансы поступить в училище вот в этом все году? Под нашим контролем будут, и мы будем следить. То есть надо все равно дальше себя как-то проявлять? При хорошей подготовке они не пропадут, мы их будем держать в сборную, края включим, это не показатель. Хотелось бы сказать, что Никита еще является чемпионом России по кикбоксингу. Так. Это один из ведущих наших спортсменов по кикбоксингу. Он параллельно... Среди юношей, да, наверное? Да. Где ты выиграл? Скажи. Давай, рассказывай, конечно. Я провел 3 боя, выиграла в городе Иркутске. Так, что там проходило? Первенство России по кикбоксингу. Вот так. И ты стал в своем возрасте чемпионом, получается. Да, победитель этих соревнований. Сложно совмещать вот кикбоксинг и бокс, потому что, ну, бокс это только руки, кикбоксинг уже подключаются ноги. Да, сложновато. Виды спорта все равно ведь разные. Это разные, да, виды спорта. Тебе что больше нравится самому? То и то. Ну, по кикбоксингу у него результат лучше. Слушай, но все равно рано или поздно ведь придется выбрать что-то одно. Ну, Кличко выбрал бокс. Угу. А он тоже, да, кикбоксингом занимался? Он был чемпионом мира. Также Поветкин был кикбоксером. Так что мы будем ждать, что он хороших результатов по боксу достигнет. Угу. А что тебе больше помогает, кикбоксинг в боксе или бокс в кикбоксинге? Наверное, бокс в кикбоксинге. Угу, вот так. Ребят, ну не могу у вас не спросить, что за награды вот это вы нам принесли. Рассказывайте, расскажи. Что за пояс, что за кубки. Вот пояс матчевой встречи международной, вот с Казахстаном была. Угу. Вот пояс оттуда. Я вот так покажу нашим зрителям. С кем боксировал? Как? Боксировал с казахом. Фамилия не помню. По мужикам боксировали. Международная матчевая встреча по боксу сборной команды СКФО и Республики Казахстан. Чечня проходила тоже. Угу. Так, что за кубки? Вот сам большой кубок, это мой, там же принял участие я. Боксировал тоже с представителем Казахстана. Угу. Чуть-чуть отступил, занял 2-е место. Угу. Это там же, вот где Григорий первое занял, да? Угу. Так. И вот эти награды Никиты. 2. Это твои, да? Да. Так, что за награды? Самый большой кубок, это когда я завоевал золото на первенстве России, мне дали кубок. Это по кикбоксингу? Да. Угу. Так. А это? Ну, это уже, судя по фигурке, это бокс все-таки. Да. Так, что это за награда? Когда я взял золото, дали кубок... Это вот прошедших соревнований, да, резерва, получается? Турнир училища Олимпийского резерва. Угу. Ну, я все-таки, Евгений Алексеевич, у вас еще не могу не спросить. Вот подобные соревнования, они, ну, скажем так, своего рода это отсев, да, такой для поступающих в училище, отбор. Сильно ли это помогает при отборе? Вот. Или все равно много кто придет, и многих придется отсеивать уже на экзаменах. Первый показатель, конечно, это состояние боксеров техническое, только можно определить при участии в соревнованиях. Физическая подготовка, тактическая подготовка, технические, все эти арсеналы можно увидеть ни на какой тренировке, ни на каких там этих сборах это не определишь.
только в квадрате, только когда у тебя есть противник и полный контакт. Только вот эти качества, которые необходимы для спортсменов, для их роста, можно увидеть. Угу. Мы увидели. Мы провели, мы увидели, у нас целая плеяда молодых. Сейчас получается на одно место 7-8 спортсменов. Угу. Конкурс серьезный. Конкурс довольно-таки серьезный. Поэтому я думаю, вот после этого соревнования мы будем, и спортсмены училища Олимпийского резерва будут хороший результат показывать. Угу. Мы ребята, к этому стремимся. И у вас напоследок не могу не спросить. Ну, есть же наверняка у вас какие-то боксеры, кумиры, да, за которыми вы следите или следили. Кто нравится, расскажите. И какие у вас цели? Есть ли цель попасть на Олимпийские игры, например? Ну, конечно, кумиры есть. Кумиром моим первым самым стал в боксе это Флойд Мейвезер. Угу. Это американский боксер. Но сейчас он уже завершил карьеру. Сейчас слежу за украинским боксером Василием Ломаченко. Угу. А так, конечно, каждый мечтает попасть на Олимпиаду. И я не исключение. Угу. Так, Григорий. Аналогично. И по кумирам то же самое. Кумир Рой Джонс был первый. Так, а еще кто? И Тайсон. Тайсон. Почему они? Не знаю, понравился их бокс, стиль бокса. Угу. Ну, пытаешься что-то у них подсмотреть, скажем немного, так, да? Вот в технике, в тренировках, может быть. Есть, да, такое? Да. Так, Никит. Мой кумир это Мухаммед Али. Угу. Мне нравится его техника. А еще мне нравится Рой Джонс, угу. Его быстрота. Угу. То, что быстрый. Да. Ну, ответ исчерпывающий. Мужчины, не побоюсь этого слова, вам спасибо большое, что пришли к нам. Приходите еще с новыми победами, новыми достижениями. Вам спасибо. Будем ждать. Спасибо. Спасибо. Угу. Всего доброго. Ну и логично завершить спортивный блок полдня непосредственно с собственной разминкой. Встаем и повторяем. Возьмите гимнастическую палку и разместите ее на плечах. Выполняем повороты торса сначала в одну, затем в другую сторону. Упражнение повторяем 20 раз. Слегка наклонитесь вперед и локтем правой руки старайтесь коснуться колена левой ноги, не выпуская гимнастической палки из рук. Спину держите ровно. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение с другой стороны. Выполняем по 10 повторов на каждую сторону. Возьмите гимнастическую палку средним хватом. Слегка прогнувшись в пояснице, наклонитесь вперед на 30 градусов. Голова смотрит вперед. Ноги в коленях немного согнуты. Подтяните палку к животу, стараясь поднять локти вверх. Выполняем 12-15 повторений. Встаньте на четвереньки, сделав упор на предплечье и колени. Одновременно протяните левую руку вперед и правую ногу назад. Задерживаемся в этой позиции несколько секунд, удерживая положение. Возвращаемся в исходное положение и повторяем это упражнение с другой стороны. Делаем по 10 повторов на каждую сторону. Лягте на коврик лицом вниз. Поднимите руки и ноги примерно на 20 сантиметров выше пола и задержитесь в таком положении на 10 секунд. Почувствуйте напряжение во всех мышцах. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение не менее 10 раз. Занимайтесь с нами. Ну что же, полдень продолжается. Лето уже в самом разгаре. И буквально одна
половина месяца летнего 1 июня уже прошла. Но о детях, которых мы защищали 1 июня, забывать нельзя никогда, тем более в период летних каникул. 1 июня был дан старт проекту «Звездочка оберегает». Старт проекту дал непосредственно губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. И автор этого проекта делает ролики о том, как помогать детям и как действительно создавать вокруг них безопасное пространство. И один из таких роликов я предлагаю вам сейчас посмотреть. Привет, это курс «Звездочка оберегает», его направление для родителей. Родители оберегают, меня зовут Ирина Манежная, и в этом ролике я расскажу о том, как помочь ребенку, младенцу до года, если он подавился. Что делать родителям в данном случае? Во-первых, понять, если есть кашель, это, в принципе, хороший знак. Кашель в данном случае – это замена дыхания. Дайте ребенку прокашляться, и хорошо, если на этом все пройдет. Но если ситуация усугубляется, кашля уже нет, ребенок меняет цвет от красного к синему, к белому, с учетом ножками, не может ни вдохнуть, ни выдохнуть, это уже вам сигнал к тому, что нужно приступать к более активным действиям. Что мы делаем? Мы берем, кладем ребенка к себе на предплечье, плотно его фиксируем, рука у нас фиксирует его лицо, ножки кладем по обе стороны своего плеча, плотно фиксируем, опять же повторюсь, никакого воздуха между вашей рукой и его телом быть не должно, рука, кисть крепко держит лицо. Что мы сначала сделаем в таком положении? Мы проверим для начала двумя пальцами, которые поместим в его рот, не можем ли мы вытащить сами то, что у него там застряло. Как клешнями пальцами посмотрели, ничего вглубь не проталкиваем. Если что-то нащупали, берем, зацепляем и просто тащим. Еще раз хочу подчеркнуть, положение ребенка в данном случае вот такое, по диагонали смотрит вниз. Мы облегчаем путь инородного тела извне, изнутри вовне. Если у нас ничего не получилось зацепить, мы делаем следующее. Попробуем вызвать рвоту. Для этого пальцами, теми же самыми пальцами, которые во рту, мы надавливаем на корень языка. И если не получилось, не помогло и это, ну, мы тогда уже переходим к следующему этапу. Этап, когда мы ищем инородное тело пальцами во рту, вызываем рвоту, может длиться не больше 20 секунд. Итак, 20 секунд проделали эти манипуляции, ничего не помогло. Переходим к тому, что я сейчас покажу. Итак, еще раз повторю, зафиксировано, крепко зафиксировано в кисти его голова, ножки располагаются по обе стороны вашего плеча. Сам он крепко лежит, плотно лежит на вашем предплечье, а ваше предплечье лежит на вашей ноге. Итак, вот в таком положении. Между его лопаток серединка, вот здесь как раз. Берем тыльной стороной ладони и делаем 5 ударов. Раз, два, три, четыре, пять. Инородное тело не выходит, проверили. Тогда делаем следующим образом. Другую руку, опять же, крепко прижимаем. Никакого воздуха между рукой и его телом нет. Не делаем вот таких переворачиваний. Все в пределах ваших ног для того, чтобы не травмировать излишне ребенка в случае, если он вдруг может упасть. Итак, зафиксировали, взяли крепко, перевернули. Перевернули грудкой кверху. Что делаем в этом положении? Опять же, еще раз подчеркну, уже в третий раз голова смотрит обязательно по диагонали вниз. Инородное тело должно иметь возможность выхода, а не для того, чтобы укрепиться еще больше. Итак, зафиксировали. Ваша рука крепко фиксирует голову. Ножки лежат по обе стороны вашего плеча уже другой руки. Опять же, здесь никакого воздуха, все крепко. Нога, рука, тело. Берем на уровне его сосков, берем уже не тыльную сторону ладони, а два пальца. Два пальца располагаем ниже уровня сосков сразу и делаем те же самые 5 надавливаний, что и на спине. Только на спине мы хлопали, получается, здесь мы давим двумя пальцами. Раз, два, три, четыре, пять. Если не получилось, делаем вторую серию. Переворачиваем. То же самое. Крепко фиксируем. Все на уровне ваших ног. Перевернули ребенка. Раз, два, три, четыре, пять. Не помогает. Снова фиксируем. Никаких полетов быть не должно. Раз, два, три, четыре, пять. Понятно, да? Делаем таким образом, пока у нас ребенок, еще раз покажу, как происходит переворот, вот так, плотно прижаты ваши предплечья к его телу,
не даем ребенку шанса на то, чтобы возможности на то, чтобы он травмировался еще больше, чем он уже есть. Итак, еще раз повторю: в таком положении, когда спиной кверху, делаем 5 хлопков по спине тыльной стороной ладони. 1, 2, 3, 4, 5. Не вышло. На уровне груди, соски. 1, 2, 3, 4, 5. И таким образом продолжаем, пока не приедет уже бригада скорой помощи. Самому вызывать бригаду скорой помощи не нужно. Не нужно тратить просто на это время. Нужно начать оказывать помощь ребенку. Если с вами рядом никого нет, просто зовите, громко зовите. Если кто-то есть, ну просто скажите, чтобы вызывал скорую помощь. В любом случае помощь нужно оказывать до приезда медиков. Это все, что касается помощи ребенку до года. В следующем ролике я расскажу о том, как помочь ребенку, если он подавился и если его возраст больше года. Ну что же, полдень продолжается. В Японии прошли аукционы по продаже сверхдорогих фруктов. Первым с молотка ушел черный арбуз по цене подержанной иномарки. Арбуз сорта Денсуке напоминает пушечное ядро. Лишь 100 ягод выращивают ежегодно на острове Хоккайдо. Продают их исключительно с аукциона. Цена около 500 тысяч рублей. Ну а вот дыню сорта Юбари Кинг вывели, скрестив два сладких сорта с острова Хоккайдо. Она считается очень престижным подарком у японцев и стоит в переводе на рубли около 1,5 миллиона. Премиальный сорт винограда «Красный Римский» вывели в Японии в 1994 году. Каждую ягоду маркируют. Стоит виноградина примерно 30 тысяч рублей, а цена грозди доходит до 1 миллиона. Пооблизывались, теперь будем готовить сами. Но по сравнению с японскими фруктами, наше блюдо будет куда скромнее. Сегодня готовим салат «Цезарь» с креветками. Начали распространять новую оптическую иллюзию, необычную картинку с шариками. Кажется, что они все разного цвета, но на самом деле шарики одинаковые. Это изображение состоит из шариков одного цвета и разноцветных линий. Восприятие цвета зависит от расположения шарика и линий, которые могут быть на переднем или заднем плане. Это так называемый цветовой контекст. Поэтому при беглом взгляде одинаковые шарики кажутся разными, так как они находятся в разном контексте. Все-таки какая интересная штука наш мозг, а еще интересней наша судьба. Дальше речь пойдет именно о ней в контексте нумерологии. Привет.
Приветствую вас, мои дорогие. На календаре сегодня начало недели, понедельник, 17 июня 2019 года. Цифры дня по нумерологии 28. Цвет дня, который хорошо добавлять в одежду, либо в аксессуары, это все изумрудные тона, начиная от цвета скошенной зелени и заканчивая глубокими малахитовыми оттенками. Число удачи сегодня 8. В нумерологии этот день называется день ловкости. Главной составляющей этого дня является ваша сила воли, смекалка, рационализм и умение правильно, приоритетно расставить все свои дела. Старайтесь избегать любых соблазнов и пустых авантюр. Будьте верны своим принципам и обещаниям и не идите на поводу импульсивных решений. В отношении здоровья обратите внимание на работу поджелудочной железы и печени. В плане бизнеса сегодня не стоит делать крупных инвестиций, за исключением составляют только те, которые были спланированы и обдуманы заранее. Хорошего вам дня и всего самого-самого доброго! Несмотря на нумерологию, астрологию и прочие радости жизни, я желаю вам радоваться по-настоящему. И в этом поможет правильное времяпровождение. Сейчас расскажем, как и чем можно занять свой сегодняшний досуг. Сегодня в Ставропольской краевой детской библиотеке праздник по следам загадочных героев Якимцева. Юные зрители познакомятся с творчеством ставропольского детского писателя. В честь 220-летия Александра Сергеевича Пушкина в Ставропольской краевой библиотеке имени Лермонтова пройдет необычная выставка «Голос лиры вдохновенной». В экспозиции книжные издания из фонда Лермонтовки с достойным полиграфическим исполнением, а также одно из прижизненных изданий Пушкина – поэма «Руслана и Людмила» 1827 года. Познакомиться с творчеством художника-прикладчика из города Невиномыска Зои Владимировны Козловской можно на выставке «Чудеса рукотворных ремесел». Всего представлено более 200 работ автора, которые раскрывают талант творчества художницы, плодотворно работающей в русле древних традиций непростых ремесел. Ну а вот что вас ждет в вечернем эфире своего ТВ. В 18.30 в программе «Прямой эфир» с представителем Министерства образования края подведем итоги единого государственного экзамена 2019. В 19.15 программа о работе Ставропольской полиции Дзержинского 102. В 19.30 главные новости Ставропольского края в информационной программе «День». В 20.00 программа о решении больших и маленьких общих и частных вопросов и проблем на контроле губернатора. В 20.30 заключительная серия телесериала «Принц Сибири». В 22.00 кино на своем. Толстушка Даша работает корректором в одном из глянцевых журналов. Здравый смысл и жизненный опыт подсказывают Даше не питать иллюзий и не рассчитывать на счастливое устройство личной жизни. Поэтому Даша заменяет личную жизнь детективами, сериалами и плюшками, которые поглощает в промышленных размерах. Почти одновременно рядом с Дашей появляются двое мужчин, которые переворачивают с ног на голову ее привычный и размеренный жизненный уклад. Смотрите сегодня вечером на своем ТВ художественный фильм «Ванька». Ну и напоследок, Росгидромет назвал два самых солнечных города России. На первом месте оказался Улан-Удэ, где среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов. Вторую строчку занял Хабаровск с показателем 2449 часов. Кроме того, Росгидромет назвал самое ветреное место в России. Так, вблизи мыса Тайгонас в Магаданской области порывы ветра могут достигать 58 метров в секунду или 208 километров в час. Ну а я передаю слово Екатерине Сигида, у нее свежие новости Ставропольского края. Катя, привет. Привет, Антон. Скажи, какая любимая погода у тебя? Ветер, солнце, дождь или, может быть, ураган? Я люблю, Антон, когда тепло, но не жарко, чтобы можно было выйти и прогуляться на улице под комфортными солнечными условиями. Ты какая... Здравствуйте, а теперь к информационной программе «День». Вот что вы увидите. Жара грозит уничтожить урожай в Левакумском районе. Как защищаются местные аграрии? Превышение скорости или сон за рулем. Больше 15 человек в больнице после крупных ДТП под Невиномыском.
Почитаемая святыня россиян. В Буденновск прибыла икона «Спас нерукотворный». Об этих и других событиях вы узнаете через несколько минут. Оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем. На полях Левокумского района в эти дни уже вовсю шумят комбайны. Местные аграрии первыми в крае приступили к уборке зерновых. При этом основная жатва на Ставрополе еще даже не началась. Тут, на востоке региона, ранняя уборка скорее вынужденная мера. Сильная жара под 40 градусов внесла свои коррективы в сроки уборки, и аграриям пришлось начать раньше, чтобы не потерять урожай. Работа сейчас идет не на всех полях, а только на тех, которые попали в зону риска. Потому что температурный режим, обычно такие температуры, 41 градус, они у нас бывают во второй половине июля. А в этом году вот где-то с 21 мая уже 39, 40, 41. И тем более восточные ветра. На сегодня уже обмолочено 150 гектаров. Урожайность для этой засушливой зоны привычно невысокая – 30 центнеров с гектара. В целом аграрии всего края к своим коллегам из Левокумья присоединятся уже со дня на день. Основная уборочная кампания на Ставрополе стартует 20 июня. К началу важного сельскохозяйственного события в регионе все готово. А теперь о происшествиях. В Кочубеевском районе сразу два крупных ДТП. В первой двое погибли, 11 человек пострадали. Случилось это сегодня ночью около половины третьего. Водитель легковушки ехал от Минвод в сторону Невиномыска по трассе «Кавказ». Мужчина не справился с управлением и вылетел навстречу. В этот момент там ехал грузопассажирский фургон. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир легковой иномарки. В больницу Невиномыска доставили 11 пострадавших. И сегодня же утром в нескольких километрах от первой аварии еще одна. Столкнулись 6 транспортных средств, которые ехали в попутном направлении. В результате ДТП 6 человек с травмами в больнице Невиномыска. В момент аварии во всех автомобилях находились 32 человека. Предположительно, причиной происшествия стало превышение скорости. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Движение там пока затруднено. Особо ценный, но незаконный багаж. Сотрудники ГИБДД Левокумского района остановили на трассе машину 63-летнего мужчины. При осмотре обнаружили необычную находку. В салоне авто было почти 160 представителей осетровых. Водитель рассказал, что купил рыбу у неизвестных на берегу канала в Астраханской области. И, как выяснилось, этот вид морепродуктов занесен в Красную книгу. Экспертиза показала, что рыбу выловили по-браконьерски сетями и колющими орудиями лова. Полицейские возбудили уголовное дело, машину изъяли. Нарушителю грозит до 3 лет тюрьмы и миллионный штраф. Так что лучше морепродукты покупать в проверенных местах. На Ставрополье построят центр подготовки специалистов цифрового вещания. Символически первый камень на месте строительства этого объекта заложил губернатор Владимир Владимиров и прибывший на Ставрополье генеральный директор российской радиовещательной сети Андрей Романченко. Центр расположится на улице Советской, в том месте, где уже много лет находится пустырь, обнесенный строительным забором. Строительство планируется завершить к 2021 году. С открытием здания появится около 60 новых рабочих мест. Также на базе центра предполагается разместить музей телерадиовещания. У нас 67 объектов в Ставропольском крае. И мы уверены, что эти 67 объектов станут такой основной базовой инфраструктурой не только для телерадиовещания, но и для крупной государственной программы «Цифровая экономика», которая сейчас начинается только, и на этих наших опорах будет размещен и интернет, и другие нужные технологические новшества, которые будут в помощь всем жителям Ставропольского края. В Буденновск накануне привезли икону «Спас нерукотворный». Святыню встретили и направили в местный храм. Икона представляет собой каноническое изображение лика Христа. «Спас нерукотворный» по древней традиции изображали на знаменах и помещали над воротами крепостей. У нас, дорогие друзья, сегодня есть возможность помолиться, приложиться и действительно получить благодать Божию у этой великой святыни. Икона Спаса Нерукотворного – это особый лик. Он всегда был на знаменах
вождей и воинов российского воинства. Сегодня этот лик особый прибыл к нам сюда, на Прикумье, в град Святого Креста. Хотелось, чтобы каждый из вас понимал, что это за лик, почему именно он сегодня здесь, в нашем граде. После молебна представители власти и священники с иконой облетели город на вертолете. К слову, Буденновск – это один из первых городов, куда доставили святыню. Она будет путешествовать по всем городам страны, где расположены воинские части – от Севастополя до Москвы. В итоге ее привезут 9 мая в столицу нашей Родины, в главный храм вооруженных сил. Икона преодолеет 57 тысяч километров, побывает больше, чем в 120 городах и 150 храмах. Она пробудет в Буденновске до 21 июня. В храме Казанской иконы Божьей Матери поклониться святыне сможет любой желающий. В Железноводске пройдет фестиваль грязи, но, конечно, не обычной, а лечебной. В программе оздоровительного праздника уличные парады, грязевая борьба, танцы, гонки, боди-арт, спа-процедуры и конкурсы красоты. Также участники смогут воспользоваться и минеральным душем. Еще больше новостей края в нашем традиционном обзоре. 3 километра автодороги отремонтируют на трассе Зеленокумск-Никольское-Степное. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот участок очень важен не только для транспортного сообщения внутри Ставропольского края, но и между субъектами Северного Кавказа. В Железноводске завершился чемпионат по ментальной арифметике. На соревнования съехались больше 300 школьников из регионов Северного Кавказа и Краснодарского края от 7 до 15 лет. Они решали сложные арифметические задачи без помощи калькуляторов или смартфонов. Время на выполнение заданий всего 8 минут. Победители чемпионата теперь ждут всероссийские соревнования. В Ессентуках 20 июля стартует второй открытый кинофестиваль «Хрустальный источник». В рамках конкурсной программы покажут 12 картин прошлого и текущего года. На открытие приедет много именитых гостей, в том числе Пьер Ришар, французский актер и режиссер. На мероприятии его наградят «Золотым орлом» за высокое служение искусству. Свыше 100 километров линии электропередачи отремонтировали на Ставрополье. Край готовит объекты электроснабжения к осенне-зимнему периоду. Часть работ уже завершена. Капитальный ремонт воздушных линий специалисты провели в Апанасенковском, Труновском и Предгорном районах, а также в Петровском, Изобильнинском и Новоалександровском городских округах. На очереди Красногвардейский и Левокумский районы. На 2 дня в Ставрополь из Москвы прилетел известный райдер-спортсмен, катающийся на трюковом самокате. Он провел мастер-классы на одной из уличных площадок города. Учил всех желающих самокатеров правильно выполнять эффектные трюки. За одной из тренировок наблюдала и Яна Лукошкина. Ей слово. Косте всего 21, однако он уже широко известен в кругах любителей экстремальных видов спорта. Целых 8 лет парень занимается с трюковым самокатом. На российских соревнованиях все первые места его. Этим летом он планирует взять новую высоту, отправиться в Барселону на международный конкурс. Начинал тоже во дворах у себя, приблизительно в таком же скейт-парке. Не было хороших условий, долго развивались, долго катались, падали, разбивались, получали травмы. Вот. А потом уже, когда начали строить хорошие скейт-парки, начали прогрессировать, дальше кататься, вот. Получили спонсорство и начали участвовать в соревнованиях. Для всех этих ребят Костя настоящий герой, чемпион, на примере которого они учатся. Открывают его ролики в соцсетях и пытаются повторить трюки. Ведь такой школы, где ребята учились бы под руководством и присмотром профессионала, в нашем городе нет. Результата приходится добиваться самим методом проб и ошибок. Мы обсуждаем трюки, учим друг друга, показываем, как правильно делать. Учусь каждый день, пытаюсь что-то новое делать. Когда у меня 4 часа отрабатываю трюк, и у меня он получается, я очень этому рад. А сейчас тот самый эталон Костя в Ставрополе. Лично учит детей своим фирменным трюкам. К слову, сам спортсмен скейт-площадкой остался недоволен. Скользкое покрытие, неустойчивые поломанные фигуры для выполнения трюков, ямы не только грозят серьезными травмами, но и становятся препятствием на пути профессионального развития спортсменов. Во-первых, плохое местоположение, очень сильный ветер, невозможно кататься. То есть ты едешь, в тебя дует ветер. Вот. Во-вторых, очень плохо построены фигуры, не соответствуют каким-то нормам спортивным. То есть все криво, все сломано, дырки. Ну, опасно здесь кататься.
Но переживать не стоит. Ситуацию пообещали исправить в ближайшее время. Площадка была построена одними из наших строителей, и они ее взяли на баланс. И данную площадку они приводят в порядок ежегодно перед открытием сезона летнего. И если какие-то изменения есть на этой площадке, они готовы ее отремонтировать. Мы уже встречались с представителями компании, они готовы ее привести в порядок. И еще одна хорошая новость для ставропольских спортсменов. Уже разработан проект новой большой скейт-площадки. Сейчас для нее подбирают подходящее место. Яна Лукошкина, Антон Красов, Ставропольское телевидение. И напоследок о погоде. Она все выходные держала нас в напряжении. И сегодня, видимо, тоже придется поволноваться. Местами на Ставрополе возможен сильный дождь с градом и шквалом. Будьте осторожны. Подробнее о погоде буквально через несколько секунд. К этому часу пока все новости. Если хотите узнать больше о Ставрополе, заходите на наш сайт stv24.tv. Там много интересного. Всего доброго.